Волонтерское молодежное движение «Доброе сердце» — группа неравнодушных людей, которые стремятся сделать мир чуточку лучше, помогая всем тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Волонтеры выезжают с акциями в детские дома, общаются с детьми, дарят подарки и вызывают улыбки на лицах детей. В ближайшее время неравнодушный Солигорчане организовывает акцию в помощь Республиканскому научно-практическому центру детской онкологии, гематологии и иммунологии. 24 июля, в эту пятницу, поедем Центр детской онкологии, который находится в Боровлянах, с целью подарить деткам улыбку, возьмем с собой детского аниматора и привезем туда подарки. Может связаться с нами, найти нас ВКонтакте, может увидеть на своем подъезде где-то листовочку, то есть мы развешиваем периодически перед поездками, так, допустим, как было в Борисове. Да, то есть там есть списочек, что деткам нужно. Обычно мы это все уточняем у руководства. Созвониться, мы приедем, заберем. Или же приезжают, отдают. Постоянно требуется для занятий с больными детками канцелярский товар и товары для творчества. Бумага двусторонняя цветная, либо картон. Клей ПВА и суперклей, пластилин, краска акриловая. На сувениры детям, шарики, надувные свистульки и детские гравюрки, раскраски, детские журналы и многое другое. С полным перечнем требуемых товаров можно ознакомиться в группе «Волонтерское молодежное движение «Доброе сердце» ВКонтакте, либо в группах Солигорского телевизионного канала в популярных социальных сетях. Подробную информацию можно узнать по телефонам, указанным на экране.